Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Юрій Ісайович Гранатура, миколаївський міський голова у 2013-2015 роках, співголова партії «Наш край», депутат Миколаївської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Юрий Исаевич, на самом деле есть достаточно большое количество острых тем. Как говорится, с любой можно начинать. Ну, начнем с того, что может быть на слуху буквально вот последнюю неделю как минимум, а именно такое скандальное дно углубление в акватории Николаевского морского порта и еще более скандальная утилизация этого грунта в акватории, собственно, лимана рядом с корабельным районом. Мое личное впечатление, что по ситуации на сегодня, несмотря на весь резонанс, оно, в общем-то, все это будет завершено так, как было начато теми, кто это делает. Как, с вашей точки зрения, можно в будущем избежать подобных ситуаций? Ну, если система не изменится, то вряд ли удастся избежать подобных ситуаций в будущем. И это будет повторяться снова и снова. Потому что не работает в полной мере вертикаль государственной власти. И система разрешительных документов, которые выдаются на подобные работы, она несовершенна. Мало того, было сделано уже столько громких заявлений всеми политиками, уже все в этом поучаствовали, начиная от депутатов в местных советах, заканчивая руководителями города, области, однако ВОЗ и ныне там. Потому что нет единого центра влияния, потому что кроме конституционных прав у каждого гражданина, и тем более у юридических лиц, есть еще конституционные обязанности строго выполнять действующее законодательство. Если было дано соответствующее разрешение, надо посмотреть, имеет ли право отзывать и по какой процедуре это разрешение тот, кто его выдавал. Если имеет, и после этого работа не остановлена, наступать должна ответственность, вплоть до уголовной. Если не имеет, то тогда правы те, кто ведут эти работы. В любом случае, это очень неприятная ситуация, которая ухудшает экологию в Днепробугском лимане, которая на глазах у всех демонстрирует наплевательское отношение к органам власти, по крайней мере, местным и руководителям государственных комитетов, которые тоже делали соответствующие заявления. И тут можно сотрясать воздух сколько угодно. Пока не будет законодательно, четко выполнены необходимые указания, которые переданы государственным институтам власти, то частный предприниматель, который делает что хочет на любой территории и на водном пространстве, он будет продолжать этим заниматься. Нет ответственности, в этом случае нет и никаких действий. Только ответственность может остановить. Вот говорят, хорошо, в Европе, извините, говорят, в Европе высочайшая культура в таких развитых европейских странах, поэтому люди там не мусорят на улицах и так далее. Да не культура там является основным стимулом для человека, а жесткая ответственность, неотвратимость наказания за любое нарушение закона. Хорошо, вот в таком случае про неотвратимость наказания, возможная неотвратимость наказания, ну хоть для кого-то. Ваш коллега по депутатскому корпусу Сергей Михайлович Исаков достаточно детально разбирался в этой ситуации, докладывал на сессии Николаевского городского совета, продолжает то, что называется, бить в набат. Он утверждает, что, собственно, представители исполнительной власти, департамента жилищно-коммунального хозяйства, руководитель департамента Палько и его, собственно, подчиненный Владимир Корчагов несколько превысили полномочия, когда согласовывали, собственно, те работы, которые вызвали такой резонанс. Насколько, с вашей точки зрения, такая оценка имеет место, ну, на самом деле? Есть такой фильм «Ночные забавы». Там обманутый муж избивает человека, который не имеет никакого отношения к изменам жены, но в этом признался, чтобы снять напряжение, потому что боится настоящего ловеласа. Не надо опускаться до руководителей небольших структурных подразделений. Надо зрить в корень.
Если по процедуре они должны были выдать соответствующее согласование, получив при этом необходимый пакет документов, в котором уже были собраны все экспертизы, разрешительные документы государственных органов власти, они, скорее всего, формально, юридически поступили по закону и по инструкциям. А вообще-то у нас 8 заместителей мэра города. Это чемпионский титул городскому главе можно дать. Такого количества заместителей не было даже в самые махровые времена тяжелого застойного периода предыдущей власти. Я имею в виду государственной. Поэтому обязательно есть заместитель, который несет за это полную ответственность. Хотя бы заместитель. А подобные резонансные вещи такого рода, как серьезные такие вот мощные работы, всегда согласовывались заместителем непосредственно с городским головой. И нечего на зеркало пенять, коли рожа крыва. Ну так, извините, случилось, мы говорим о тех, чьи подписи стоят в пакете документов, которые вот, собственно, фигурируют. А вы спросите заместителя городского головы нынешние, они вообще что-нибудь подписывают? Там титульные листы некоторые замы отказываются подписывать. Отказываются согласовывать вещи, связанные с согласовательным листом соответствующих решений, если они имеют маломальски спорный характер. Угодить кому-то, кто просит, хочется, а подпись ставить не хочется, не несет никакой ответственности. Поэтому есть пушечное мясо в виде начальников управления, делов и так далее. Я понимаю, что не хочется ни за что нести ответственность, но придется. Хорошо или плохо, не знаю. Опять же, на последней сессии Николаевского городского совета Сергей Михайлович Исаков, депутат Николаевского городского совета, заявил о том, что вот он подготовил проект решения сессии о досрочном прекращении полномочий городского головы. Исаков тоже говорит о систематическом нарушении законодательства, которое при этом в городском голове происходит. С вашей точки зрения, насколько, собственно... Что из этого всего может получиться дальше? Каждый депутат городского совета в рамках своих возможностей и полномочий, а также руководствуясь своей гражданской позицией, имеет право на любого рода действия и заявления, тем более готовить соответствующие решения городского совета. Поэтому Сергей Михайлович, исходя из своей гражданской позиции, зная, что она у него невероятно активная и целеустремленная, наверное, руководствовался какими-то своими принципами, взглядами и фактами, когда делал это заявление. Теперь он это должен соответствующим образом подтвердить. Вообще-то, я впервые за свои 5 созывов, а я депутат 5 созывов с 98 года, услышу реально, что кто-то из представителей, тем более депутатского корпуса, будет готовить подобное решение. Решение о недоверии, как правильно по закону о местном самоуправлении говорить, должно приниматься 2/3 голосов плюс 1. И для этого нужны, естественно, веские основания. Если депутаты городского совета сочтут основания вескими, они будут за это голосовать, если, конечно, они не будут поступаться принципами, честью и достоинством. Если основания будут невескими, а это только элемент какой-то дворцовой интриги, политической борьбы, это дело совершенного рода, иного рода. Но хочу сказать, что для городского головы это крайне опасный звонок. Крайне опасный. Почему? Потому что с улыбкой к этому относиться нельзя. Конечно, не хотелось бы, чтобы в городе Николаеве, вместо того, чтобы было поступательное движение вперед, занимались все время интригами, сменой власти, ввергли опять в выборный процесс городскую громаду полумиллионную. Однако в этой жизни все может быть. Мы уже в Николаевской области видели подобные вещи, когда действующие мэры раньше положенного срока уходили. Это были разные причины. Например, в городе Первомайске когда-то был мэр по фамилии Гнеденко. Вы помните, что тогда прекратили его полномочия ранее депутата городского совета. Была ситуация с мэром города Южноукраинска Стулиным, когда протокол о коррупции после этого соответствует. Была такая же ситуация, к сожалению, с мэром города, который стал его преемником,
Квасневским, были другие ситуации. Есть председатели районных советов, где чуть-чуть проще процедура. Однако хотелось бы, чтобы в течение срока своих полномочий люди несли соответствующую ответственность. Но есть закон. В законе есть право депутатов городского совета по соответствующей процедуре осуществлять в том числе и вопросы, связанные с голосованием за недоверие. Если процедура будет выполнена и будут для этого основания, то тогда она вполне возможно может быть проголосована. Я не хотел бы сейчас нагнетать обстановку. Наша фракция и наша позиция такая. Мы за то, чтобы нормально, спокойно развивался город Николаев на основе принципов развития местного самоуправления, с учетом того, что децентрализация дала очень большие возможности, и с учетом того, что от нас, от депутатов городского совета, ждут не громких заявлений, а реальных дел. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы команда городского совета и городского исполкома работала дружно и эффективно. Но для этого надо научиться, несмотря на, может быть, молодой возраст, слышать всех. И не только слышать, но и слушать друг друга. И работать в одном ключе. Дело в том, что те, кто сегодня, может быть, поддерживает городского голову, завтра может оказаться его самыми сложными, самыми болезненными оппонентами. И это может произойти буквально в течение одного дня. Нужно делать так, как это делали его коллеги предыдущие, работать с городским советом, чтобы у него не было крена в одну, другую или третью фракцию, чтобы не тыкали пальцем и не говорили, у кого чего больше, у кого чего меньше. Надо, чтобы городской голова стал городским головой для всех, без исключения. И депутатов городского совета, и тех десятков тысяч людей, которые представляют депутатские фракции, и каждый депутат в отдельности. Пока не стал, я так понимаю. Судя по тому, как звучит иногда риторика Александра Федоровича Сенкевича на сессии, он отдает предпочтение тем, кто ситуативно, реально голосует за тот или иной вопрос, который в той или иной степени его интересует. Это большая ошибка, которая может ему очень дорого стоить. На сессии Николаевского городского совета, внеочередной, которая, собственно, перераспределяла бюджет, фракция нашего края не голосовала за это перераспределение. Почему? Фактически у нас было принято такое решение на основе грубейшего нарушения действующего законодательства и отхода от тех принципов, которые мы проповедуем. Ну, во-первых, все почему-то считают, что эта сумма, огромнейшая сумма в 359 миллионов гривен, это результат работы децентрализации, перевыполнения бюджета. Нет, это не так. Основную сумму составляют свободные остатки финансирования, неиспользованного в прошлом году. Они составляются из разных таких блоков. Ну, например, главный блок – это переходящие объекты. То есть объекты, на которые в прошлом году были деньги запланированы, но по каким-то причинам, объективным, субъективным, где-то из головотяпства, где-то из-за срыва тендерной процедуры, где-то из-за того, что выиграли тендер люди, которые не в состоянии такие объемы освоить. Но переходящие объекты, это было принципом, и городской голова с этим согласился, все должны были в финансировании, так как деньги не пропадают эти, перейти на будущий год. Я думаю, что есть вещи, которые остро необходимы в городе Николаеве. Приведу пример. Программа «Безопасный город». Она была реализована и остановлена в декабре 2015 года. Мы первую очередь сделали, 50 видеокамер работало. То, что там иногда говорят, что пишут только две камеры, все это глупости. Не камеры пишут, на сервер все пишется. Они работают, они были установлены по тому стандарту, который был предложен на тот период Министерством внутренних дел. Такие параметры были выданы. И на сегодня 44 камеры из этих 50 также продолжают нормально работать.
По крайней мере, если там нельзя рассмотреть лицо, это не значит, что они не работают на безопасность горожан. Потому что можно посмотреть номер автомобиля, можно оперативно отреагировать на любое действие и так далее. За более уже чем полтора года ни на один шаг не было сделано ничего, чтобы эта программа заработала. Миллион причин, которые назывались. В прошлом году, в начале 2016 года, было предусмотрено 3 миллиона гривен. Так они почили в БОЗе и были переданы потом на другой объект. В этом году клятвенно обещали, что будут это продолжать. Миллион причин называет городской голова. Кто угодно говорит о том, что Облэнерго не может передать, сети упирается, кто-то еще чего-то не может передать. Там в конце концов, обратитесь к губернатору Алексею Юрьевичу Савченко. Он там быстренько разберется с Облэнерго, если тормозом является Облэнерго. Речь идет о безопасности горожан. И где та великая команда критиков, которая устраивала такие шумные и громогласные разносы предыдущему созыву за то, что нет никакого движения вперед по безопасному городу. Мало того, сами взялись его реализовывать. Где же те активисты, которые так шашкой на голову кричали о том, что просто мэр другой, который больше подходит, свой, мы же за него голосовали, так может будем рассматривать объективно ситуацию, может заставим в конце концов исполнительную власть, есть такое украинское слово, недолуге отношение к такому важнейшему вопросу, чтобы они работали? Раз. Я могу перечислять очень долго целый ряд проектов, которые не были профинансированы, хотя были предусмотрены и не использованы деньги в прошлом году. Приведу самый болезненный проект. Это городское кладбище. Вот так уже оно надо городу Николаеву немедленно. Был целый 15-й год шла работа, были проведены соответствующие экспертизы, было все получено и государственная экспертиза, был изготовлен почти за миллион гривен проект, было уже изготовлено ограждение, уже была определена сумма 18 миллионов гривен на 18 гектаров для строительства первой очереди этого кладбища. Там для промзоны 120 гектаров остается вместе с территорией на Баштанское шоссе. Там легко было сделать зону отчуждения. Там нет жилья. Минимум на 5 лет после строительства быстрого первой очереди была бы решена проблема. А за это время можно горы свернуть, ракету в космос запустить, в конце концов. Вступить в НАТО, оказаться в Евросоюзе. Ну уж тем более построить кладбище. Нет. Сначала мы едем в Калиновку, в воинскую часть, потом мы переезжаем в Кульбакино, теперь мы нашли какую-то территорию при помощи областных руководителей вот под глиноземным заводом, да сколько же это будет продолжаться? Сегодня хранить людей категорически негде. Сегодня в Матвеевке идет захоронение, и Матвеевка готова социально взорваться, потому что, извините, пусть не сочтите за кощунство, говорят, где мы будем хранить своих близких, потому что там небольшое кладбище. Ничего не делается, мало того, проводились какие-то слушания, то ли они не слушания, ВОЗ и ныне там, но это грубейшее нарушение закона, потому что было решение сессии, были потрачены деньги, все это было сделано, и после этого ничего не было отменено и обосновано, просто потому что так приснилось, по желанию. Если это государственный подход, тогда я писатель-фантаст. Юрий Александрович, вы проясните, пожалуйста, вот свою личную позицию. С одной стороны, вы говорите, зарегистрировал Исаков проект постановления о прекращении, и Сергей Михайлович говорит о том, что закон нарушается системно. Вы как-то так мягко отвечаете на этот вопрос. А теперь приводите конкретные примеры системного нарушения. Выше говорите о том, что заместители городского головы, которых как никогда много, давайте скажем так, подписывать не хотят, не хотят брать на себя ответственность. Городского голову избирают всенародно. Я думаю, что единственный человек, который на сегодняшний день вот, в сессионном зале и практически в городе Николаеве на современном уровне понимает городского голову больше всего, это, наверное, все-таки я. Потому что никто другой уже очень-очень долгие годы городским головой не был. Я прекрасно понимаю, какую ношу на себя взваливает человек, когда его избирают городским головой. Я прекрасно понимаю, с какими он трудностями сталкивается. Я не хочу, чтобы человек, который является в данном случае моим преемником, как я когда-то стал преемником Владимира Дмитриевича Чайки, вот, не отвечал за свои действия.
Нам сегодня надо не импичмент ему объявлять, а заставить его работать, если он не хочет, убедить его, в чем необходимо. Если дойдет до того, что мы увидим, что город идет совершенно в другом направлении, что разбазариваются государственные средства, так тяжело потом и кровью Николаевцами заработанные. Если мы увидим, что городская власть в лице заместителей городского головы, управления и так далее, раздула штат не для того, чтобы эффективно работать, а для того, чтобы 150 миллионов просто выплюнуть на ветер и усадить в удобные теплые кресла еще ряд бюрократов, чиновников, а может и даже мздоимцев, вот, то в этом случае импичмент городскому голове обеспечен. Но все должно идти своим чередом. Я бы не хотел в эфире телевидения вот, обсуждать интригу, которой на самом деле пока что нет. Когда будет четкая, конкретная, юридическая, а не эмоциональная, подкрепленная большим количеством фактов и документов, основания, они будут проанализированы, и мы будем видеть. Я считаю, что такого действия, как в народе говорят импичмент, заслуживает только тот человек, который наносит городу непоправимый ущерб или урон. Для этого нужны действительно реально веские основания. Будут основания, будет соответствующее действие. Пока каждый приходит и пытается с улыбкой заинтригующе уйти от этого ответа, который доставляет удовольствие очень небольшому количеству людей. Горожане, о каком удовольствии идет речь? Горожане, вы заговорили о кладбище, острейшая проблема. Да на слуху проблема собак, например, которых уже просто катастрофическая ситуация. Кстати, о собаках. Ничего же не делается. Как говорил Владимир Владимирович, вроде бы начали делать ремонт проезжей части. Коллеги из Неквестей вчера показали наглядно качество этого ремонта. Извините. Да тут куда ни кинь, совершается преступление ежедневно против города и горожан. Давайте не будем пользоваться такой громкой терминологией, это не наше дело. Слово «преступление» определяют те, кому это положено, если мы живем в правовом государстве. Есть головотяпство, есть работа спустя рукава, есть неумелые действия, есть бесконтрольность, есть неправильно построенная управленческая схема, есть много разных факторов, которые то или иное действие делают. Я хочу о другом сказать. Раньше речь шла, буквально пару лет назад, а если 3 года назад взять, речь шла о миллионах. Сейчас речь идет о миллиардах. О миллиардах. Горожане еще в полной мере не понимают, насколько вырос невероятно городской бюджет. В результате реформы децентрализации, которая потихонечку двигается, в результате того, что изменилась система налогообложения, в результате того, что местным органам власти дали возможность регулировать целый ряд налогов самостоятельно, в результате того, что много функций передается. Но ситуация следующая. Приоритеты должны быть, первое, бюджета. Если мы говорим о государственном бюджете, хоть я и состою в оппозиционной политической силе, не могу не сказать, премьер-министр, городской голова, правильно понимающий, и государственный бюджет был принят абсолютно в соответствии со всеми нормами. Были названы 5 приоритетов, начиная с обороноспособности и так далее. Были. Соответственно, и по квотам были распределены средства. И были приняты новые, совершенно на новой основе, реальные целевые программы. В городе Николаеве приоритетов не было. Во время перераспределения, как нам обещал городской голова, приоритеты не появились. Мало того, я считаю, абсолютно порочная формула, очень удобная целому ряду депутатов и лидеров фракций некоторых. Вот она 50 на 50 появилась, которую мне трудно объяснить зрителям, но хочу понять, это объяснить. 50% распределяют депутаты, как хотят. Это не значит, что они их украдут. Это значит, что они их размажут, как кашу по тарелке, по мелким каким-то точкам, для того, чтобы быть популярными на своем округе. Но от этого бюджет только страдает. Это порочная практика. Для чего это делает городской голова? Это политический подкуп лояльности депутата за голосование. Надо идти по целевым программам. А если были четко на уже реальный такой огромный бюджет сделаны целевые программы,
Можно было бы тогда спокойно его принимать на основе этих программ. Вы посмотрите, как бюджет принимается. Сначала вот мы думаем, вот здесь дорожку сделаем. Давайте эту дорожку впишем в план социально-экономического развития. Кнопочки нажали, через секунду нажали кнопочки, проголосовали за реальный бюджет. Это порочная практика. Мы ждем от городского головы сегодня современных подходов в управлении. Вот мы наконец-то ждем, что он сверкнет главным своим тезисом: я умею управлять процессами, и мы хотим, чтобы процесс был на тот объем средств, который есть сегодня, а не на ручное управление, вот, которое доходит до того, что перебрасываем, перекидываем, делаем так или сяк. И не надо замазывать глаза какими-то вещами. Мы можем жить намного эффективнее, имея такой огромный бюджет. Я ничего не сравниваю. У каждого городского головы свои вызовы, у каждого городского головы свои проблемы, у каждого свои промахи и у каждого свои успехи, в зависимости от времени, от возможностей и от других факторов. И я говорю сейчас как горожанин, как николаевец, который в этом городе прожил всю жизнь, здесь похоронены мои родители, здесь живут мои дети, здесь уже живут мои внуки, нам здесь жить. Я хочу, чтобы тем, кому сегодня 10, 15 лет, 7 лет, они жили через несколько лет уже в другом, более комфортном и безопасном городе. Это зависит от нас сегодня. Поэтому спокойно наблюдать, кто неумело и непрофессионально работает, мы не будем. Это уже не политика. Это просто элементарный здравый смысл. Ну так вот, вы для себя определили вот эту вот точку? Вы говорите, ну, мы будем требовать. До какого момента? Виталий Валерьевич, не услышал вас. Определили сколько мы еще по времени это может Виталий продолжаться? Виталий Валерьевич, определили мы эту точку, это по времени может продолжаться вечно, это может быть наступить завтра, это зависит от определенных моментов, связанных с тем, чтобы некоторые фракции в городском совете, исходя из каких-то своих приоритетов, стали наконец-то объективными. А сегодня одной из самых таких серьезных и мощных фракций в городском совете вот, управляет в том числе и городским головой. Будет себя хорошо вести, подголосуем в нужную сторону. Будет себя плохо вести, вот, ответим на тот вопрос, который вы мне сейчас задавали по импичменту. Вот и все. Депутаты не должны быть инструментом ничьим. Они должны поступать по чести, совести и при этом не думать о том, что будет завтра. Не надо прогнозировать в нашем с вами эфире то, что может наступить завтра, послезавтра. Да не трагично это все. Хорошо. Город Николаев до нас стоял 225 лет, даже более, и после нас будет стоять. Мы просто хотим, чтобы для наших детей все было получше и побыстрее. И чтобы огромные средства, заработанные всеми николаевцами, использовались эффективно. Заметьте, я не говорю, что разворовывают. Я говорю, что неэффективно используют. Бюджет такой огромный, размазали как кашу по тарелке, чтобы она остыла, и ничего не видно. Результат вот этой такой бездумной и такой поверхностной политики, что в результате вдруг ни денег, сотен миллионов, ни одного объекта, вот, и в конце концов ничего более нет. Не видно этого. Визуальные изменения должны быть у любого избирателя. Они должны видеть такие вещи, которые будут долго и много им служить. Когда есть огромные средства, тогда уже политика латания дыр и антикризисная политика спасти ситуацию в одном месте за счет того, что они сделали в другом и так далее, должна уступить место четкому, стратегическому, уже спланированному плану, который будет день за днем идти. Хочешь понравиться избирателям, все время живешь в выборном процессе, все время на фоне собственного портрета рассказываешь о том, как будет хорошо. Это тоже надо делать. Надо общаться с людьми, надо их слышать, надо понимать, что не сессионный зал определяет какие-то приоритеты, а горожане, которые избирают городского голову. Но в то же время надо что-то наконец-то построить. Питомник для бездомных животных. Его не было у нас. Он строился до этого 3 года с огромными проблемами. Средств просто не было. Наконец-то в 2014 году мы отложили в сторону массу дел, потому что проблема бездомных собак стала критической. И мы построили этот питомник в самый тяжелый год для Украины. Полностью новенький, красавец,
попытались запустить. Нам помогли народные депутаты, Борис Юрьевич Козырь и другие, Давид Макарьян, многие помогали. Туда купили несколько операционных, все сделали. До этого привезли датскую общественную организацию международную «Четыре лапы». 700 собак купировали так. Это давало свой результат. Сегодня я просто поражен и удивлен, а горожане еще, может, не до конца понимают. Питомник, который находится на полном, полнокровном финансовом обеспечении городского бюджета, не работает. Мало того, они еще дают на всех ресурсах информационных объявлений, скиньтесь нам на кашу и на обрезки мяса. Да это как понимать вообще? Ну, в конце концов, я думаю, что городскому главе надо разобраться в этой ситуации. Понимаю, молод. Понимаю, кадровая политика из-за этого, может быть, немножко хромает. Понимаю, видит горящие глаза, но не видит того, что человек действительно жесткий, профессиональный и неправильно выполняет задачи. Но сколько молодость будет мешать здравому смыслу? Есть еще одна тема. Она так, собственно, вот немножко ее потеснили, более острая вот эта вся история там с новоуглублением или вот с перераспределением бюджета немножко потеснила на второй план. Но она не ушла. И я думаю, в ближайшее время проявится опять тема транспорта. В какой-то момент николаевские маршрутчики заявили о том, что хорошо бы поднять тариф на перевозки. Ну, им там что-то ответили. Пока вот так это все так затихло. Но я думаю, что ненадолго. С вашей точки зрения, как эта ситуация может разрешиться? Есть ли возможности для ее разрешения? Так, чтобы, как говорится, и волки, и овцы. Чтобы и маршрутчики, перевозчики выполняли, собственно, взятые на себя обязанности по перевозке горожан. Ну, собственно, и горожане могли пользоваться этим транспортом, а не ходить пешком. Видите, опять же вернусь в 15-й год, потому что именно оттуда пошла современная сотрясающая антисоциальная составляющая шантажа перевозчиков в виде маршруточников. И скажу, обращаясь к массе тех общественных деятелей, и тогда нынешний городской голова Александр Сергеевич был среди них, которые рассказывали, как надо делать. Вот, вот рассказывали, делайте, как мы сделаем. Хочу сказать, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Шитару Ставели. В 15-м году, 3 марта, забастовка. Забастовку организовала пара маршрутов, остальных просто запугали. Побили стекла, избили некоторых водителей, порезали шины, и маршруточники встали. Был шантаж, требовали определенную сумму. Мы на это не пошли, но и не пойти на другое не могли. Вспомните, сколько тогда стоило топливо, у нас есть соответствующие цифры. Сегодня цена топлива не выросла с момента того, не выросла, повторюсь, 4 раза. Однако, сейчас отсутствует рентабельность соответствующая. Да, в отдельных случаях, может, где-то она отсутствует. Надо работать с перевозчиками. Мы прожили уже 1.5 года в новых условиях, вот, целеустремленные после форумов будущего, на ярчайшем фоне. Вот у нас строятся везде мусороперерабатывающие заводы, автобусы уже летают по городу с крыльями. Нет? Почему? Да потому что все попроще. Все попроще. У нас не было мусоровозов, ни одного в 2015 году. Мы приоритеты определили, камни с неба, и до 10 мусоровозов новых было приобретено и передано сегодня Коммунтрансу. Они сейчас работают и осуществляют вывоз ТБО на новых мусоровозах, двух контейнерах. Так и вертится на языке, очевидно, пока, потому что теперь мы слышим, что нельзя, чтобы Коммунтранс одновременно и полигон обслуживал, и обслуживал, собственно, непосредственно вывоз мусора. Это элементарный выход из этого есть, и молодой заместитель городского головы должен вообще-то чуть-чуть меньше выступать. А господину Сенкевичу хочу посоветовать, вот, что если он не уверен в том, что будут правильно формировать мнение его заместителей, то пусть тогда сначала готовится, а потом объясняет все это сам, либо пусть это делает пресс-служба. Потому что Коммунтранс сам по себе это просто коммунальное предприятие, которое сегодня на балансе имеет городской полигон твердых бытовых отходов, то есть свалку. И получается,
что он и является одновременно возчиком. Нет проблем. Разделите КП, это элементарно одним решением сессии делать. На две части, сделайте КП полигон, а КП Коммунтранс пусть остается с вывозом ТБО, вот, и возите на здоровье на конкурентной основе. Так что, возвращаясь к тому, о чем вы говорили. Вы поняли. Да. Вот, не надо пугать людей, испугавшись самому. Не надо рассказывать горожанам, полумиллионном городе неинтересно, будет это возить Коммунтранс, Петрова, Иванова или Сидоров. Им надо качественный вывоз ТБО, качественное санитарное состояние их прилегающих придомовых территорий. Вот, а не эти глупости, которые все время транслируют в эфир отдельные заместители городского головы. Окснитесь, господа хорошие, вы не на сцене, у вас работа. Хорошо, ждет. Возвращаясь к транспорту, я, извините, вас перебил вот на теме, что, собственно, был определен приоритет. Купили мусоровозы, нужно определять приоритет. Купили троллейбусы и трамваи. Да. И кто бы там что ни рассказывал, подхватя это как предвыборную фишку, вот, и самый удачный, один из самых удачных, будем говорить, действий, как бы ввергая в какую-то глупость, повторюсь уже, наверное, тысячный раз. Никто никогда не может сказать, что лучше старое, чем новое. Нет. Но уже 2 года ездят троллейбусы, ездят трамваи, горожане довольны, да нельзя. Они сэкономили невероятное количество денег своего бюджета, потому что 150 тысяч пенсионеров весь электротранспорт возит бесплатно, потому что школьников в период соответствующий по решению исполкома возили тоже бесплатно, потому что не выбрасывают участников антитеррористической операции из троллейбусов и трамваев, не оскорбляют водителей никого, они обученные, толковые, грамотные. Надо продолжать развивать электротранспорт. Желание у городского головы есть. Наш проект, он продолжает. Нельзя же сказать, что он все делает не так. Вот. Он занимается закольцеванием троллейбусной линии на Новоеве. У него есть хорошие идеи по возможному троллейбусному сообщению в Корабельный район. Там есть некоторые, на наш взгляд, ошибки, потому что мы уже шишки набивали на этом. Но это мы тоже подскажем. Дело общее, нужное. Мы здесь первенство не оспариваем. Нам главное, чтобы троллейбус ходил. Но подвижный состав должен быть. У нас и так очень много троллейбусных линий. Подвижный состав. Можно было покупать 4, 5, 6 единиц подвижного состава в год. Дополнительно. И деньги на это сегодня есть. Сначала бились и сами осень разбились. Кредит. Теперь мы занялись вторым невероятным кредитом, который неизвестно, будет ли и будет когда, потому что это долгий, сложный путь. Но 2, 3, 4 единицы общественного транспорта, полученные в год, в течение 2-3 лет очень сильно укрепят полностью электротранс и списываемые машины, трамваи или троллейбусы, которые еще с Советского Союза, Кременчугского там вагоностроительного завода и Львовского еще остались, уже сгнили практически, будут заменяться новым транспортом. Это нормально, постепенно. Изменения, короче, подвижного состава. И надо найти другую формулу обучения и резерва водителей этих троллейбусов и трамваев, потому что за долгие годы было много утеряно. Хорошо, вот безопасность составляет и снегоуборочная техника. Мы ее купили очень много. И теперь понятно желание городского головы дать работать хорошо коммунальному предприятию «Лофтодорог». Ну да, снегоуборочная техника у них есть. У них больше ничего нет. У них нет техники. У них нет сегодня дорожных каких-то вещей. Они выигрывают тендеры, работать им нечем. Они берут людей на суп подряд. А зачем? А что это за конкуренция такая? Я считаю, что конкурировать должны хорошо оснащенные фирмы. И конкурировать они должны ценой и качеством. А мы что, должны конкурировать с коммунальным предприятием, чтобы дать ему заработать? Или там еще чего сделать? Мы эту схему когда-то поломали, ее взяли, вернули на место. Под эгидой святого, если в шутку сказать, интернационального долга.
Поэтому вот эти тонкости и эти моменты, которые не важны горожанам, на самом деле и говорят о городском бюджете. Вот говорят, прозоро сэкономила в такой-то области, я слышу часто с трибуны, в том числе и городской сети, 40 миллионов гривен. А можно спросить, а кто это посчитал и по какому критерию? Никто об этом никогда не скажет. Если сейчас положить на стол расчеты и бумаги, вы ничего не увидите. Это называется фанфаронство и, ну, будем так говорить, популистические, политологические заявления. Но не надо ничего этого. Горожане хотят только одного, чтобы фирма, которая выиграла тендер по покосу в городе травы и всего остального, могла суметь переработать те огромные средства, которые она выиграла. Что мы сегодня видим? Почему у нас такой неравномерный покос травы, и все уже заросло то в одном месте, то в другом? Да они не успевают, у них не хватает людей, у них не хватает косилок. Да, они дали самую меньшую цену. Вот. И сейчас целая гвардия там, из 15-20 этих водителей газонокосилок, если их так можно назвать, бегают, как партизанский отряд Ковпака, в разнобой одеты и так далее. Хоть бы жилеты на них одинаковые надели и написали бы, кто это, чтобы мы не думали, что нашу траву косят какие-то подпольные бандиты. Я шучу, конечно. Вот это простые вещи, потому что не надо делать все будто в первый раз. Надо опираться на те ошибки, которые были ранее, на те неконструктивные действия, которые не раз и не два уже были. Надо уже видеть не только хорошо эрудированных руководителей, умеющих блестяще говорить. Вы послушайте, как говорит заместитель мэра Турупалов. Да он просто трибун. Это великолепная речь. Действий никаких, но это важная составляющая. Владимир Мельчайка как нас учил? Он говорил, что говорите, я умею. А вы научитесь работать. Я скажу, мы сделали это. Но для этого вы это сделаете. Не надо с утра до вечера кормить горожан какими-то прожектными, я бы сказал, обещаниями. Нужно просто, спокойно, поступово работать по тем принципам, о которых договорились городской совет в нашем лице и городской голова. Неважно, какая политическая принадлежность. Вот. И не надо думать о выборах, которые будут завтра, и каждые 15 минут заявлять, что я пойду на второй срок. Вот. Да на здоровье, хоть на третий. Городской голова молод, энергичен, может даже на 4 срока себе замахнуться, если захочет. Но жить и работать надо сегодня. И отчитываться о проделанной работе тоже сегодня. И потом все равно избирают горожане. Юрій Ісайович Гранатуров, миколаївський міський голова у 2013-2015 роках, співголова партії «Наш край», депутат Миколаївської міської ради. Був сьогодні нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Вам теж. До бачення.